Администрация Дербента намерена вернуть на баланс муниципалитета бывший городской стадион. Он был построен еще в 1961 году, став последним крупным социальным объектом, возведенным в Дербенте. Уже в лихие 90-е городской стадион перешел в частные руки со всей прилегающей территории по символической даже в те годы сумме в 100 тысяч рублей. Некогда востребованное и очень популярное среди дербентцев место досуга и активного отдыха сегодня представляет из себя жалкое зрелище. В потрибунных помещениях содержится всякая живность, а на беговых дорожках уже пустили корни деревья.